Сколько тут людей, как мы этому рады. Вы извините, что я стою здесь. Если я выхожу вперед, начинается, но вы слышали, что, поэтому я буду отсюда разговаривать. Наверное, я сейчас позову сюда Евгена Фуке, главу Ростовского альянса «Францесс». Он скажет пару слов, потом к нам идет. Давайте его поприветствуем. Без них всего бы этого не было абсолютно никак. Bonsoir. Добрый вечер. Мы тут с вами откроем здесь вторую площадку нашего длинного марафона. Это праздник музыки. Праздник музыки здесь, в Ростове, это наш самый традиционный любитель мероприятий. Когда я говорю «наш», «мы», это я говорю «Альянс Францесс». Это центр языка и культуры Франции. Вы тут думаете, почему тут Франции? Все тут ростовчаны, место ростовское. На самом деле, это праздник, который родился, как и я, во Франции, но это единственная то, что французская идея просто. Потому что это идея, которая потом распространилась по всему миру. Существует уже во Франции 35 лет, и принцип очень простой. Есть музыканты, есть красивое место, есть воздух, и мы соединяемся всех, и получается музыка во всех открытых улицах, площадках и необычных местах именно в июне, и всех жанров, все музыканты могут, в принципе, принимать участие на бесплатные концерты. То есть мы вышли из нашего офиса, все музыканты вышли из их студия и концертных залов, вы вышли из дома, нам это очень приятно, солнце вышло, будет ночью попозже, мы продолжаем, как я сказал, это только второй шаг. Потом, после этого замечательного концерта, проезжаем именно там. Вы видели, что оборудование приготовится, нас будут ждать. И мы потом будем вас ждать еще завтра, потому что праздник продолжается. Завтра начнем, как обычно, по воскресеньям на рынке с музыкой, как необычно. А потом проезжаем еще дальше. Программа есть, флайер есть. Не стесняйтесь узнать, что вас ожидает еще вечером, еще завтра. Bon concert, bonne soirée, merci beaucoup pour votre attention. Bravo, merci. Это был Вивьен Фуке, Альянс Францесс, Ростов-на-Дону. С вами сейчас будет коллектив In Ensemble. Вот они мы какие красивые, нас много. Мы умеем хорошо, красиво, иногда громко играть. Сейчас мы сыграем для вас музыку американского композитора Терри Райли. Она называется «In C», ну или «In C», короче, пьеса в том мажоре. Это вещь, с которой, в принципе, в мире начался музыкальный минимализм. Я не хочу про нее долго рассказывать. Это, в общем, уникальная, ни на что не похожая музыка. Другой такой, наверное, в мире нет. Я думаю, вы сейчас сами все это услышите просто-напросто. А мы попробуем, соответственно, сделать так, чтобы вам это все и понравилось. Значит, перед тем, как мы начнем ее играть, ну, собственно, это уже часть будет перформанса, будет небольшой сюрприз. Сейчас нам подойдет Дмитрий Королев, вот он. Ему тоже придется разговаривать отсюда. Он будет читать для вас стихи, а мы, собственно, уже начнем играть, а потом он закончит, а мы будем играть дальше. Поприветствуйте его. Дима. Café dans la tasse, il a mis le lait dans la tasse du café, il a mis le sucre dans le café au lait, avec la petite cuillère, il a tourné, il a bu le café au lait et il a reposé la tasse sans me parler. Il a allumé une cigarette, il a fait des rondes avec la fumée, il a mis les cendres dans le cendrier sans me parler, sans me regarder. Il s'est levé, il a mis son chapeau sur sa tête, il a mis son manteau de pluie parce qu'il pleuvait, et il est parti sous la pluie, sans une parole, sans me regarder. Et moi, j'ai pris ma tête dans ma main, et je pleurais. I play the piano, one of them was saying. I play the violin, the other was saying. I play the harp. I play the banjo, I play the cello, I play the bagpipes,
I play the flute, and me, I play the kazoo. And the ones and the others were talking, 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 talking about what they played. And no one was playing. But in the corner stood a man. And what instrument do you play, monsieur? You who are standing there so quiet, asked the musicians. I play the barrel organ. And I also play the knife, said the man who up until now had said absolutely nothing. And then he advanced, the knife in his hand. And he killed all the musicians. And he played the barrel organ. And the music was so true, and so lively, and so beautiful, that the little daughter of the master of the house came out from underneath the piano, where she had fallen asleep out of boredom. She said, I played with a hoop, with jacks. I played with a pail. I played with a parasol. I played with a shovel. I played with my father. I played with my mother. I played with my dolls. With my little brother and with my little sister, I played cops and robbers, but that's over, over, over. I want to play assassin. I want to play the barrel organ. And the man took the little girl by the hand, and they traveled through the cities, through the houses, and through the gardens, and they killed as many as possible, after which they got married, and they lived happily ever after. But the first boy learned to play the piano, the second the violin, the third the harp, the fourth the kazoo, the fifth the cello, and then they started talking and talking and talking and talking and talking and talking. And soon nobody was playing. And everything happened all over again. Кого ты ждешь, девочка? С букетом красивых цветов. Кого ты ждешь, девушка, с букетом пышных цветов? Кого, красивая женщина, ты ждешь? Увидает букет. Кого, пожилая женщина, ты ждешь? Умирает букет. Я жду своего победителя. Я жду. А его все нет. Thank you.
Thank you.
Thank you.